23 октября «Чайке» предстоит провести заключительный матч первого круга текущего Олимп-первенства ФНЛ. Соперник – самый опасный, единоличный лидер соревнований – московская «Торпедо». Соперник – самый авторитетный, в прошлом неоднократный чемпион и обладатель Кубка Советского Союза. Ныне главный претендент на выход в российскую премьер-лигу. Команда играет в агрессивный футбол, старается вертикальные передачи делать. Хорошие исполнители впереди. Сергеев, один из лучших бомбардиров, Лебеденко. В центральной зоне Рязанцев. Игроков представлять не нужно, очень качественные футболисты. По праву «Торпедо» лидирует, потому что показывает такой хороший футбол, зрелищный. Ну, тем интереснее проверить себя на фоне сильного соперника. И я думаю, что нашим ребятам показать, на что способны они. «Чайка» подходит к ответственной игре после двух красивых волевых побед, одержанных над ярославским «Шинником» и московским «Спартаком-2». В этой связи настроение в коллективе отличное. Правда, кадровые проблемы вносят некоторую озабоченность в привычную рабочую атмосферу. Однако в команде есть кому закрыть проблемные позиции, что ребята уже неоднократно доказывали по ходу текущего сезона. Да, безусловно, у нас есть ребята, которые могут их заменить, поэтому здесь я проблем не вижу. Единственная проблема, что им нужно каждый день доказывать на то, что они имеют право находиться в стартовом составе, что они в команде не зря. Поэтому я думаю, что для них это шанс продемонстрировать то, что на что они способны. 23 октября поединок «Торпедо» с «Чайкой» начнется в 19 часов.